Сургут стал одним из лучших в России по внедрению цифровых технологий системы «Умный город» в сфере ЖКХ. Правительство страны подвело итоги конкурса «Лучшая муниципальная практика на Сургут» в номинации «Модернизация городского хозяйства» занял 3-е место. Федеральные эксперты оценили создание в Югорском мегаполисе специальной картографическо-аналитической системы. Она позволяет контролировать исполнение всех проектов от капитального строительства до ремонта дорог и движения общественного транспорта. За бронзу в своей номинации в бюджет Сургута из казны РФ поступят 27 миллионов рублей. Дополнительные средства власти намерены направить в департамент городского хозяйства. Деньги могут быть потрачены на благоустройство дворов, закупку коммунальной техники, решение других актуальных задач. Для нас это в первую очередь не цифровизация ради цифровизации. Это вопрос, конечно, улучшения и продвижения качества, тем более в сфере ЖКХ. И для нас очень важно, что нашу работу оценили, тем более она еще не до конца завершена. Я думаю, что вот к концу года мы уже землякам предоставим, продемонстрируем максимальные эффекты от того, что у нас получилось в этот период сделать. На этом наши перспективные планы не заканчиваются. Есть еще ряд задач в внедрении технологий в нашу жизнь, в систему управления и с большей вероятностью, что больше удельный вес этих ресурсов пойдет как раз на реализацию проектов по цифровизации.